Привет всем, друзья, приветик. Итак, продолжаем ловить хищника, щуку, окуня, на живца. Сегодня выбрал такой день на рыбалку, не просто так. Сегодня целый день пасмурная погода, так чуть-чуть опускается дождик, ну, это щуча погода, щуча, окунячая погода. О, ну и сегодня мы это побачим. Уже подловил живца ось на удочку. Тут две плотвички, две краснопорочки. Такие как раз. Чуть-чуть больше с півладошечки. О, так, уже размотал я спиннинги на хищника, чтобы цеплять на них живца. Давайте сейчас подцепим, закинем. Ну и будем ждать. В прошлый раз у нас хороший окунь попался. Щучки, ну щучки, шнурочки попались. Ну тут есть здоровая щука. Здорово, тут глубина хорошая, тут... На середине где-то метра 3-3,5 до 4. Ой, и такие обрывистые берега и массивный камыш. Так что тут есть хорошая щука. Просто надо попасть в нужное место. О. Так, берем наши спиннинги. Как видите, поменял поплавочки. Как раз специально на хищника. Я тут и не знаю, скільки грам. Обозначений ніяких не було. Но грузик у мене тут где-то грама 4. О. А може і 5. Ну, в общем, хороші поплавочки, красиві. І даже коли вже сильно темно, їх хорошо видно. Так, ну що, надіваємо нашого живця. Так, хто перший? Плотва перва. Ну-ну. Да что ж ты? Так, аккуратненько, чтоб не задеть хребет, чтоб рыбу не парализовало. О. Так, глубину я сделаю где-то 600-700. И постараюсь чуть-чуть ближе под ту сторону закинуть. Ну, под ту сторону не получилось, на середину. Ну ничего, хай будет на середине. Подивимся. В прошлый раз на середине у нас хороший окунець попался на живця. Так, берем другу. Так, то следующий. Ага, следующий плотва. Краснопори щось не дуже хочуть на живця цепляться. Так, та и тут чуть-чуть, наверное, увеличим. Хай буде 700 глубина. Не, даже надо больше, больше. Давайте я хочу під цю сторону кинуть. Хай буде метр, 1,2 метра. І кинем під цю сторону. О. Все. Спиннинги закинули. В прошлый раз у нас тут щупачок попався. О, по цій стороні. Значить, де-то у нього тут засада є. Ну, подивимося. Якщо на середині візьме, буде на середину бросати. Якщо візьме під берегом, будемо під берег, під камиш бросати. Все, друзі, ждемо, ждемо. Воно інтересно, що ж буде, як і що. Я сам не знаю. Ну, сьогодні погода щуча. Щуча погода.
Непогана краснопорочка. Це на сильно крупну щуку. Таку кілограма на три. Так, друзья, есть, есть. Блин, вы что, там такая свеча только что была. Капец. Ого. По-моему, она чисто в корчи затянула, бляха-муха. Не знаю, но по-моему там чекорч. Ну так потихоньку йде. Бляха-муха. Так. Уже десь рядом. Да, а, не корч, трава. Блін, вона на неї ще й ушла. Йо-моё. Блин. Ну была хорошая свеча. Блин, травы хорошо подсыпал. Ого. Офигеть. Так, а живец на месте. Живец на месте. А, она его грызанула. А все. Бачите? Грызанула его за спину. Ну, что-то ей не понравилось. Блин, травы сколько, ё-моё. Ладно. Сейчас. А ну, как наш живец? Будет плавать. Плавай. Так. Щось їй не понравилось. Блін. Да. Ну нічого. Буває. Трохи траву підчистили.
Друзья, еле-еле успел камеру включить. Взяла. Иди, стой. Стой. Опля. Опачки. Есть. Хорошая килуша, килушка есть. О. Заглотнула ее мою. Так, ага, бачу, крючок, ось крючок. Так, аккуратно его взяла, значит. Под берегом. Ну, живця не видно там. О, яка ротяка. А зуби – это капец. Дробилка, ё-моё. Бо я тут трохи запутався удочкой за спиннинг. І от уж розкручую. Дивлюся, оцей крайній поплавок, що тут стояв. Не поняв, нема. Дивлюсь, спиннинг уже отуда, в корчі. І я камеру просто, ну, ілі камеру включи, ілі в корчі заведе. То я сразу смик витягнув з корче її. О. Вот так. Взяла. Так, кто у нас следующий? Так, кто там следующий? А ну, признавайся. Красноперка. Стоять. Да что ж вы? А, это у меня после щуки пальцы скользкие. Ладно. Все, хай грається там. Так, а тут, наверное, все-таки тоже ближе до берега перекинем. О. Траву тяну. Угу. Трави там багатенько. Так, живець, що ти там у нас? Живий? Живий, якраз таки трохи потрьопаний. О, якраз щуки. Хорошо буде з тобою справлятися. От туди. Можна було ще далі. Ну, ладно, хай поки там побуде. Щось дощик починається. Бляха-муха. Ё-моё.
Капец. Не понял, а что это у меня? Развязался крючок. Ё-моё, плохо затянул. Она не перекусила. Потому что поводок, как был у меня такой длинный, так и остался. Что ж я так невнимательно? Ё-моё. Так, сейчас быстренько привяжу. Да, я на сухую его завязал. Видно, намокло и развязался. Значит так, друзья, буду сматываться, тем более ось рава такая, лебедей наплыла, тільки що на той поплавок, блин, им же ж интересно, что оно такое, короче, нагнали мне уже щуку тут, ну что, итог, одну впіймали, вторая ушла, третья ушла, крючок развязался, а все за то, что я на суху затягивал, ну руками, тоже додумался. Надо было смочить капроновую нитку и затянуть плоскогубцами. Ну а я ж так пойдет. Вот и пошло на дно. Так что вот такие дела. Ладно, друзья. Всем ни хвоста, ни чуши. Ждите новое видео. Надо еще на мирную рыбку выехать обязательно. И не раз. Вот. Еще погода позволяет. Вот. Так что, щуку всегда успеем поймать. Все, друзья, всем пока.